Тамара Александровна, вам слово. Дорогие ветераны, я прошу минуточку внимания. Вы, наверное, все помните нашего прекрасного генерального директора цирка Гаглоева. Вы помните, какие он нам устраивал праздники, как он к нам относился? И вот сегодня, сидя здесь, мы должны сказать ему спасибо за то, что он нам помог организовать вот этот прекрасный день. Вот этот праздник, он помог финансово, потому что глав отказался нам помогать. Поэтому мне хочется от вашего имени сказать ему большое спасибо. Вы со мной согласны? Давайте поаплодируем. Прекрасно, спасибо. Спасибо, товарищ. Надо было пригласить. Поблагодарить и сказать, что большое спасибо, Гаглоев — это человек, да, которого надо благодарить.